Здорово, ребятки! Ты на канале Игрозав и на канале DaFuckBoom. Вышла 68-я серия, первая часть KBD Unitas. И я сейчас ее буду смотреть и сделаю дальнейший небольшой разбор. И если тебе интересно, погнали! Так, ну что, серия в самом разгаре. Ага, мы видим с другого ракурса, как наши агенты попали на базу. Отлично. А тем временем происходит битва между нашими титанами и фейками джименов. Хотя, наверное, джимен настоящий тут один есть по-любому. Ух ты, у него голова может тоже отделяться. Круто. Ух ты, даже боковые могут отделяться экраны. Крутяк, ребята, это классная способность. Мощно, очень мощно. Один экран даже сжигает полностью одного из скибидистов. Ух ты, как они в команде классно эти экраны работают. Офигеть. Не дай бог он его заразит. Фух, ребята, это была бы жесть, если бы они заразили этого титана. Это, походу, настоящий джимен? Да ладно, ты что, хочешь сразиться с тиммэном? У тебя нет шансов, дружище. О, телепортация происходит. Офигеть! Как? Он свою руку телепортнул. Ребята, джимена уничтожили, да ладно. Офигеть! Вот это мощно, ребята! Обычный скибидист, что тут потерялся вообще, что ли? А, мы показываем, что наши агенты на базе. Так. И на этом серия заканчивается. Ну а теперь давай сделаем разбор этой серии и посмотрим, что мы могли упустить. Погнали! Ну что же, народ, мы видим, как в 67-й серии наши агенты с другого ракурса забегают на базу скибидистов. Но при этом у нас здесь начинается мощная боевка нашего ТВ-мена Титана против фейковых джименов. Ребята, он их просто раскидывает в пух и прах. Вот здесь интересный момент. Вы посмотрите, как впитал всю энергию наш ТВ-мен Титан от этого джимена. У меня две теории по поводу этой ситуации. Почему энергия закончилась? То ли очень сильно много джимена навешал на себя этих лазеров, что у него просто батарея или энергия закончилась, то ли, что скорее всего, ТВ-мен Титан просто умеет впитывать энергию скибидистов, то есть джимена. И таким образом, что даже джимен удивился, вы посмотрите на его выражение лица, он этого не ожидал. И при этом отделяется голова от ТВ-мена Титана и просто лазерами начинает гасить нашего джимена. Появляется два скибидиста вертолетчика и отделяется еще дополнительных два экрана, что было просто для меня большим удивлением. Но при этом само тело имеет способности само вести бой даже без экранов. Я подозреваю, что вот этот маленький экранчик, в принципе-то, и управляет самим телом Титана. Окей, смотрим, что происходит дальше. Тем временем один из экранов прям инфракрасным излучением подпаливает, а другой сжигает эти вертолеты, а другой голубым прям излучением гипнотизирует этих вертолетов и прям сталкивает лбами друг друга. При этом они взрываются и падают. Это, конечно, ребята, классная боевка, когда экраны работают прям в команде. И мы видим смайлики на их экранах. Ну а тем временем на нашего ТВ-мена Титана сейчас сядет скибиди-паразит. Он пытался его реально, ребята, заразить. И если честно, я уже думал, что все, у скибидистов появится новая технология и самый сильный титан ТВ-мен. Но не все так просто. У нашего ТВ-мена Титана есть офигенная защита от всяких паразитов. И его просто убивают током. И он просто намертво падает. И мы видим, как наш ТВ-мен Титан снова целый. Но на это смотрит с удивленными глазами джимен. Я так понимаю, что это оригинальный настоящий джимен, который сдерживает натиск пикермена слева и справа камерамена Титана. Но при этом, смотрите, ребята, он их отпихивает и хочет вызвать на бой самого ТВ-мена Титана. Неужели он думает, что он его победит? Это, конечно, смешно. Но вот эта технология, когда сзади телепортируется его рука с мечом и обрезает ему клешни, вызывает огромное недоумевание у самого джимена, и ему нечем, по сути-то, больше и сражаться. При этом он оборачивается, чтобы посмотреть, кто его уничтожил, и получает в лицо клинком, который пронизывает полностью
его голову. И таким образом, ребята, Джимен был повержен. Это просто эпик. И удивленный спикермен и камерамен аплодируют и показывают лайк нашему Титану ТВ-мену, потому что действительно технология у него потрясающая. При этом мы видим, смотрите, тут потерялся Скибиди, каким-то образом он пытался нас атаковать, но ТВ-мен обычный взял его, просто швырнул об пол и сказал нецензурное бранью, если перевести на русский язык, то это получается «закрой свой рот». Окей, едем дальше. Но при этом один из агентов показывает пальцем нашему ТВ-мену, что в базе Скибиди находятся наши ребята-агенты, и нам нужно срочно идти им на помощь. На что ТВ-мен ему отвечает, что пока что еще не время, но мы можем сейчас посмотреть в мой экран и увидеть, что там происходит. И на этом, ребята, серия заканчивается. И судя по всему, следующая серия будет уже происходить непосредственно на самой базе скибидистов, и мы посмотрим, что там происходит. Ребятки, вот такая 68-я серия. Первая часть получилась у Дафак Бума. Получилась очень замечательная. Не знаю, как вам, но мне очень понравилось. Будем наблюдать, что будет происходить в этом сериале далее. Ну а ты не забывай, подписывайся на канал, ставь лайкосики, пиши свои комментарии, что думаешь по поводу этой серии. Обязательно с тобой увидимся в следующем видео. Пока-пока.